Reprezentuje Zweiter Nehmer aus Ukraine, Franzis Volodymyr mit Che Guevara. Татьяна Мазуренко. Ми просто рішили захопити. Зараз у змаганні приймуть участь учасники з України Мазуренко Тетяна і Францев Володимир. Францев Володимир і Мазуренко Тетяна from Ukraine. Сама лично видела, была там сама в питомнике. Классно, классная мать, я знаю там Чубопа, ну, я знаю просто их собак. Перепутали, кто на выдержку идет, кто туда. Ага. А, Танюха на выдержку, да, она что-то вторая в паре работает. Я вот, вот после, вот, как закончится... Очень хорошо, не переживай, Олечка. Короче, он с возрастом, он там все придет. Да. Истелька мне будет. То, что сейчас, я посмотрю, что свой, да. То, что сейчас делает Ленка, да, это, конечно, классно, но она ведет... Контроль на відстані. Ленка кайт аудистан. Дистанс контрол. На ладочке, спокойненько. Вот и с вами просто наоборот побольше. Все. И у тебя через год... Ну, знаешь, что будет у вас? Я скажу, что он настолько поверен стал вдруг реально нынче, орёт, не могу мяч поверить. Скажу, мяч, он вообще уже... так... А-а-а! Спокойно, ты что с вас? Вообще, мяч убирай. В реальной жизни вообще, ну классно. Сразу мяч увидел несколько раз. Что это... случилось? Что это такое? Что-то было? Оль, да. Короче, поверь мне, я этих собак знаю, убирай мяч. Перенос собаки! Ты поняла внутри, что говорится? То есть он так вроде ничего, а как только я мяч, я что я не поняла, что это было? Классно, ты чего? Тут жизнь спокойная, а... Он меня не слышит. Ты понимаешь, на послушке, да, работает, как только у меня появился мяч, ему мяч нужен, и больше ничего, я ему гордым сидеть, гордым то, гордым все, он меня не слышит, у него зашел. Убирай мяч вообще сейчас. Потому что сейчас, пока ты его не можешь корректировать вообще, ты его глючить не можешь. А ты ведешь это в так... Я просто когда знаю. Когда можно начинать глючить? Глючить пока нельзя. Ну, блин, а мне уже рассказывают, что если я с него сейчас не буду глючить за вот такие нет, вещи... Нет, ты ему объясняй, что... Боже, убирай, убирай. Души его там еще. Оль, боже упаси. А что делать? Ничего, убирай мяч. И все. Просто не провоцируй. Просто не провоцируй. Ну, конечно, в жизни ты ему объясняй правила поведения. Это нет, можно, конечно. Это нельзя. Да, это он знает, да, конечно. Да, это понятно. Боже упаси. Ты что, ты, наверное, работу с ним там приехал? Если сейчас он начнешь мучить, то он себя будет понимать как главного клиента и так далее, понимаешь? А мне говорят, надо его разрывать. Боже, ой, я тебя умоляю. Я знаю очень хорошо эти слова. Нет, ты ему не... Подожди, ты ему не разрешай все. Значит, он не должен дома. Когда он видит нас, он зашкварнят. Нет, нет. Да. Контроль на відстані. Да, он же не в том порядке, что он ночует в боксе. Вот я его вечером закрываю в бокс. И днем закрываешь бокс. Отлично, и дома точно так же. Оленька, я тебя очень хорошо, поверь мне, я очень хорошо знаю этих собак. Да. Ну просто так жизнь сложилась. Хай будет, да, пусть будет. Хорошо. Пусть и не трогай вообще ты этот мяч. Боже упаси, его за это показывай. Боже упаси, я тебя прошу. То есть я мяч показываю? Вообще не показываю, убери его, этот мяч. Все. Знаешь, я как играла я хочу, в этот момент? Я хочу. Я вот хотела сделать как высоко. Я беру швайкеровский мяч, я не могу его положить, он есть. Я ему сидеть спокойно. Снимаешь же, да? Ну, боялся, что он нет? Ничего, нет. Команда направлена на тумбы. Лен бахает аудистанс. Ректабилити – это дистанс. Приезжай, я тебе пару кнопку на эту тему. Ну, покажу, как это работает. Нельзя это делать. Ты не сможешь его сейчас спокойно там поставить ему рамку. Заблюдный наличие. Не сможешь. Значит, ну, тебе понятно, что я знаю, да? Мотивация – это хорошо. Она есть, она никуда у тебя не есть. Я тебе клянусь, не надо разбивать, она есть. Да. Если ты сейчас будешь, ну, если будешь всегда помогать, ты это мотивируешь, да, она может еще...
заняться. Что? Что ты делаешь? А вот эта голова куда? Налево. Сама что? Вот. И вот эти вот места сейчас, 5, 6, 7, половины создавали, просто выходи на кусочек, посидеть спокойно, лежать там, быть рядом. Команда нестійка дошка. Fast quick bewegli. Unstable plan. Как тебе лабрадорчик? Если бы я знал, что у меня будет такой лабрадор, он в поиске какой вообще. Драбина. Лайтер. Горизонтал ледер. Команда тунель. Тунель. Прикольно вытащил, да? Команда поруч. Хай Фольга. Оф лиш хілен. Ну, это я вру, конечно. Ну, понятно. Себя оправдываешь. Ну, да. Реально, плохо. Ну что, кстати, неплохо. А? Неплохо. Конечно, он рыгать собирает. Я не знаю, не такой, что он там был. А что делать? Снять его? Когда лучше снимете, да? Ну, снимет, еще на этом закончится наш чемпионат. Конечно, да, то есть дай бог, что у него еще не было. Чтобы не тёплый. Чтобы не мясо. Что, может снять, да? Thank you.
сказать, что... Твою Команда Апорт. Гринген цу Ебене Эрде. Retrieval on flat ground. А если бы она у меня была, собака была бы, все бы овчарки были, нервные бы. Я тут не видел, сколько он жучил на всем жарку. Каждый день становится смотри, ну очень было. А ты тоже. Вовка? Вовка просто. Я что думал, что он просто не в прошлый раз не может. Я вообще тоже не помню. Thank you.